Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Когда эти люди не до конца доводят какое-то дело, то они расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководствоваться собственными этическими нормами. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.